Рейх не потерпит посягательств на наши права! Пришла пора готовиться к великой войне! Это будет последняя война! И она станет триумфом нашей расы! Стальной кулак легионов Рейха уже занесен для удара! И если шакалы не отдадут нам Д-6 сами, мы возьмем его силой! Слава Рейху! Поехали! О, пошло! Теперь держись, Ганс! Добились, наконец! Ох ты, ё-моё, сколько их! Люди, Ганс, по линии людей! Если прижмут ворота, нам крышка и подпускай их!
поганые! Сюда! Эй, молодец! Опять коммуняк!
Рейх получили! Слава Рейху! Рейху! Слава Рейху! Слава! Слава Рейху! Слава Рейху! Слава! Свершилось. Я доказал, что достоин стать одним из кшатриев Полиса. Достоин великой миссии, поиска реликвий прошлого, необходимых нам, чтобы сохранить знания и культуру Старого Мира. Меня приписали к группе, ведущей поиски в окрестностях Великой Библиотеки, одном из самых опасных, но в то же время и самых интересных районов разрушенной Москвы. Ну, здорово, сталкер. Теперь будем вместе работать. Значит так, расклад у нас простой. В группе всего 5 человек, считая нас с тобой. Я Кузьмич, на мне вся матчасть. Оружие, снаряжение. Все это будешь брать у меня. Привет, привет и еще раз привет. Вот тот мужик в химзащите, это шаман. Он наш эксперт. Оценивает все, что притащишь с поверхности. И отстегивает патроны. Есть еще близнецы. Ну, с ними ты сам познакомишься. Я оцениваю все принесенные с поверхности предметы. И привет, меня Бар зовут. А меня Су, привет. Тебя, значит, в нашу смену загнали? Ну, ясно его. Гришу же сожрали. Ну, раз так, можем дать пару советов. Да, даже 3. И правила выживания. Точно. Оно же главное. Фильтров на поверхности не найдешь, не надейся. Так что, сколько с собой фильтров взял, столько и проживешь. Запасайся так, чтобы на обратный путь хватило. И с запасом. Второе. Шлюз ведет в канализацию. Из нее можно подняться на поверхность в разные части библиотеки. Пока только в одну. Но поиск других выходов – это как раз одна из твоих задач. Точно. Так на чем это я… А, ну так вот. Тоннели мы пока особо не изучали. Так что ты там смотри по сторонам и запоминай входы и выходы. Ну и третье. Видишь, на столе у шлюза коробка с лампами. Бери с собой. Питание мы там восстановили, а вот лампы заменить руки не дошли. Так что ты, брат, как идти будешь, вкручивай по дороге лампы. И ориентироваться будет проще и уютнее маленько. Домашняя обстановка, все дела. Ну и не забывай пополнять запас ламп, когда будешь на базе. Ну, удачи. Пока.
Привет, привет и еще раз привет. С радостью полюбуюсь результатами экспедиции. Дети оценят. Сегодня ты превзошел самого себя. Держи. Кстати, об экспедициях. Между выходами на поверхность... Ну, молодец. С почином. Это значительно повысит так, твои шансы. Давай, выживание. Что принес, и ко мне. Продам тебе фильтры и патроны. Полезная штука. Фильтры дорогие, но без них на поверхности никак, так что... Идет. Привет. Онсу. Привет. Опа. Главное, помни о фильтрах. Не пытайся сразу найти вход в библиотеку. Фильтров не хватит. Вот как поднакопишь деньжат, да накупишь фильтров. Да изучишь территорию, тогда можно и в библиотеку. История древнего мира. Весьма актуальна.
Молодец, славно потрудился. Ну вот и твое вознаграждение. Отлично. Thank you.
Привет и еще раз привет. Так, так, так. Горючие. Очень недурно. Так, так, так. Не представляет ценности. Красота. Да. Не густо. Заработал. Доброй охоты. Yeah.